Служба сервисного акимата работает по принципу единого окна. Ряд государственных служб сосредоточен в одном месте. Целью проекта является повышение доверия населения к государственным служащим и снижение уровня коррупции. Это нововведение также улучшит качество услуг и повысит цифровую грамотность населения. Первая польза – все услуги в одном месте. Во-вторых, это сокращает волокиту. Были случаи, когда вопрос с документом, который можно получить за 10 дней, растягивался до года. Некоторые шли на коррупцию в поисках быстрого пути. Одни готовы были дать взятку. Вот почему мы делаем открытые акиматы. Нужна прозрачная работа, чтобы искоренить такие явления в стране. Приемы консультации граждан в период ЧП осуществляются в режиме онлайн. Здесь, на первом этаже, в отделе государственных услуг, ведется постановка детей в очередь на детский сад. Для того, чтобы родители не поднимались с детьми на третий этаж, мы обслуживаем их на первом этаже. Сейчас 80% государственных услуг оказываются онлайн. Это уже 9-й открытый акимат в регионе. До конца года такие офисы будут работать по всей Акмолинской области. Оксана Матасова, Ербулат Серикбай, Дархан Мужубаев, Кокши Акпарат.